Уважаемые студенты, уважаемый мой поток, сегодня мы начинаем новый учебный предмет, новую учебную дисциплину. Начинается новый учебный год, с чем я вас поздравляю. И позвольте представиться, меня зовут Жумагамбетов Талгат Смагулович. Я доктор исторических наук, профессор кафедры истории и религиоведения нашего Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова. И мы на протяжении наших 15 лекций, на протяжении этого семестра должны выполнить вместе с вами очень сложную задачу. Пройти огромный отрезок истории нашей планеты. Это новая и новейшая история в таких регионах, как Азия и Африка. В течение 20 минут мы постараемся захватить основные темы нашей сегодняшней лекции. Сегодняшняя лекция называется «Основные тенденции развития стран Азии и Африки в новое время». Мы в первой половине первых 7-8 лекций мы пройдем эпоху нового времени, а потом уже и новейшее время. Для того, чтобы сэкономить нам время, я приготовил вот это. Это здесь и тема, и вопросы. Стоп-кадром, потом перепишите на свои конспекты. Спасибо за внимание. Мы разберемся с рядом вопросов. Прежде всего, конечно же, когда мы начинаем любую тему по истории, это, конечно, источники и историография. Источниками стран, истории стран Азии и Африки в новое время, конечно, являются и собственные источники. У многих стран Азии и Африки они к этому времени достигли определенного развития, имелись и свои письменные источники, как, например, у Китая, так же, как и в Индокитае. Ну, разве что только к этому времени, к 16-17 веку, письменность не имели только отдельные страны тропической Африки. Поэтому есть и свои письменные источники у этих стран. И, конечно же, основную массу этой истории мы знаем по истории, прежде всего, тех стран, которые занимались колониальными захватами. Именно с этой точки зрения мы знаем историю стран Азии и Африки. Прежде всего, я хотел бы вас познакомить с этим регионом, который мы собираемся изучать. Это огромный регион. Вот Африка, специально выделена без Азии. Это современная Африка. Это Азия. Мы тоже его отделили от всех остальных континентов. Это современная Азия. Почему нам интересна история этого региона? Потому что здесь, на этой территории, сейчас проживает основная масса нашей планеты. Наверное, примерно из 7 миллиардов людей, которые сейчас проживают, здесь 4 миллиарда, больше 4 миллиардов проживает именно в этом регионе. Это один момент. Второй момент. Примерно 6 лет назад основной валовый национальный продукт нашей планеты начал производиться именно в этих странах. Теперь уже не Америка и Европа являются основными производителями разных продуктов, а именно эти страны и население, которое здесь проживает. Более того, Китай, Индия и другие страны региона, в том числе вот Пакистан, еще ряд стран, они выстроились в ряд с европейскими странами в плане технологического прорыва. Именно сейчас Китай и Индия дают основную массу тех технологических новинок, которые позволяют наращивать нашу производственную мощь нашей планеты. Что представляло собой оно в новое время? Для того, чтобы понять, что это такое, я хотел бы некоторые моменты пояснить по географии. К сожалению, у нас сейчас география школы преподается не очень хорошо. Вот по этой карте вы можете посмотреть. Там, где Монголия и
регион входят еще провинции Китая, внутренняя Монголия. Это регион, который называется Внутренняя Азия. Территория Сибири, вот то, что сейчас закрашено красным, это Северная Азия. Территория, значит, в Китае, ну, по крайней мере, не весь Китай, а самые развитые его провинции, это Восточная Азия. Сюда же входит еще и Япония и некоторые страны Тихоокеанского региона. Помимо этого, есть Южная Азия. В основном это Индия, Пакистан и Бангладеш. Это бывшие англо-британские колонии. Помимо этого, есть промежуток стран. Вот здесь, вот в этом месте, это Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Это нынешние страны. Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма и так далее. Это такие промежуточные, но уже сейчас экономически очень мощные страны мира. Кстати, в Южный Китай входит и Непал. Самое интересное, что вот этот наш регион, Казахстан и Средняя Азия, принято называться Центральная Азия, на самом деле она таковым не является географически. Это регион Западная Азия. Вот. Но его называли по-разному в разные регионы. В 19 веке весь этот регион, сюда входил и Казахстан, территория Казахстана, и часть Синьцзяня, она называлась Туркестан. После того, как в конце 19 века Цинская империя и Российская империя поделили эти территории, то, что отошло от Цинской империи, начало называться Восточный Туркестан, а наша территория начала называться Западный Туркестан, правда, короткое время, а потом и Русский Туркестан. В советское время она географически называлась Казахстан и Средняя Азия. Это было и географическое название. Казахстан и Средняя Азия. Сейчас почему-то принято называть ее Центральной Азией, хотя это не совсем географически верно. Географически это Западная Азия. Что касается Африки. Африка тоже неоднородна. Прежде всего это Северная Африка, Тропическая Африка и Южная Африка. Конечно же, там еще есть свои разделы, Восточная и Западная Африки и так далее, и так далее. Но мы сейчас вдаваться в географические названия мы не будем. Что представляет собой Азия и Африка в новое время? Это уже здесь находились в тот период. Испанцы и португальцы уже проникли в этот период. Испанцы, португальцы и голландцы. И начиная с 17 века к этому региону начинает проявлять интерес новые империи. Это Франция и Англия. Они начинают интересоваться этим регионом. Что касается нас, то здесь, с точки зрения истории, именно в этот период наступает такой определенный перекос. Примерно к этому времени, до начала нового времени, история планеты развивалась более-менее равномерно, можно так сказать. Конечно, были очаги цивилизации, и эти очаги располагались на территории Азии и Африки. Египет, вы помните, Месопотамия, вы помните, междуречие Тигра и Фрата, Южная Азия, Китай. Именно здесь родилась цивилизация, современная нам цивилизация. Именно здесь родился Великий Шелковый Путь и вообще торговля как таковая, монетная система и так далее, то, что потом будет заимствовано талантливо Европы и будет привнесено уже вместе с новыми производственными отношениями. И вот этот момент, когда Азия начала дряхлеть, эти цивилизации перестали выдавать такой пассионарный импульсы, и вместо них переламывая ситуацию, приходят европейцы. Это как раз эпоха нового времени. Очень драматичный момент, когда страны региона ослабевают, дряхлеют, и европейские страны, которые в 15-16 веке вступили в эпоху капиталистических отношений, они оказались технологически мощнее, технологически сильнее, несмотря на то, что их территория Европы была во много раз, конечно, меньше этого региона. Они
вскоре все это завоюет. Что представляет собой, прежде всего, конечно же, мы хотели бы как раз затронуть такой вопрос. Очень трудно за 20 минут охватить такие моменты, как колониальная система империализма. Странами Индии начали интересоваться две великие державы. Это и Франция, и Англия. Они в этот период, сначала в 17 веке, изучают этот регион, причем военно-научными экспедициями проникают в эти регионы. Во многих местах они используют торговые фактории Ост-Индийской голландской компании. И в Британии создается Ост-Индийская британская компания, которая занимается делами полностью всего этого региона. Сложнее это с Китаем и с Японией. Они столкнулись в первую очередь, и Китай, и Япония, и другие страны этого региона столкнулись с религиозным влиянием сначала португальцев и испанцев. Проникновение католицизма привело на первом этапе к очень большому влиянию католической церкви в этом регионе. Появились огромные общины и в Японии, и в Индонезии, и на территории современных Филиппин католических миссий. И местные люди начали охотно принимать католицизм. Это не понравилось правящим элитам этих стран. И в первую очередь распространение всего этого, этих моментов способствовало тому, что эти страны начали закрываться. То, что было открыто и одним из самых первых, например, стран Китай и Япония, которые были, законодателями торговли того периода, они постепенно начали закрывать свои порты для европейцев. И европейцам понадобились уже другие аргументы для проникновения в этот регион. Это, конечно же, этот аргумент стал военным. Различные военные экспедиции уже с захватом территорий, уже с захватом каких-то или выкупом каких-то регионов целых, с помощью которых они потом уже начинают проникать вглубь и азиатского, и африканского континента. Что касается аграрных структур в условиях колониально-капиталистической экономики, сама по себе полная колонизация Индии уже произошла практически в 19 веке. То же самое с некоторыми такими моментами под большим влиянием европейских стран Китай и Япония оказались, хотя полностью суверенитет они не потеряли. Но они все время испытывали вот такое давление новых отношений, которые приходили вместе с торговлей. Но полностью капиталистические отношения в этот регион так и не вошли. В принципе, европейский капитализм еще только отрабатывал свои производительные силы и производственные отношения на территории самого континента. Для развития капитализма нужны были инвестиции, нужны были деньги. Это кровь капиталистической экономики. И они его брали с помощью ограбления вот этих стран, с помощью неэквивалентной торговли с Азией, с азиатскими и с африканскими странами. Это один момент. Другой момент этих капиталистических отношений – это возвращение к рабовладению. Развитие капитализма на территории США привело к тому, что там появился огромный дефицит рабочих рук. Местные аборигены, индейцы, отказывались работать. Они решительно не понимали, предпочитали погибнуть, но не стать рабами. Поэтому с территории Западной Африки начали перевозить рабов на территорию Соединенных Штатов. И отчасти некоторый такой рабовладельческий уклад даже проникал на территорию Европы. Хотя на территории Европы еще оставались тоже очень похожи на рабовладельческий уклад крепостнические отношения в ряде стран Южной и Центральной Европы. Так, что касается городской экономики.
Конечно же, основные капиталистические отношения в городской экономике в этих регионах и на территории Африки, и на территории Азии, они более-менее были видны в больших городах. В таких городах, как Пекин, Шанхай, на территории индийских больших городов начали появляться первые мануфактуры, многие мануфактуры в Азии были еще и до появления здесь европейцев. Были мануфактуры, которые производили пушки, были мануфактуры, которые производили оружие. Ну, например, вот с территории Индии на территорию Бухары были принесена мануфактура, которые производили вот на языке фарси мултык оружие. То есть это вот эти печали. То есть мануфактуры нам известны на территории Персии, которые производили шелк и различные ткани, они известны еще до европейцев. Европейцы привозят с собой новые технологии, новые, более усовершенствованные станки, все то, что позволяло удешевить это производство. Более того, оказалось, что в странах Азии это производство может быть даже еще дешевле, чем в Европе. И возможность продавать эти товары неэквивалентно, более дороже, чем в Европе, вот местным этносом. Все это привело вот к тому, что европейцы начали еще в 18-19 веках переносить свое производство в эти регионы. Что касается политических процессов на Востоке, политических и социальных процессов на Востоке. Если мы говорим о 19 веке, то это начало зарождения национальных идей. В принципе, до 17 века понятие этнос, понятие национальность и конфессиональность, она не играла существенной роли для тех монархий, для тех правителей, которые жили в том регионе. Большинство из этих монархий, они были вполне толерантны к представителям других религий, представителям других этносов. Но конец 18-го, начало 19 века – это осознание, этническое, национальное осознание многими народами своего собственного «я», «мы». И вот этот «я», «мы» этих народов начинает возникать, конечно же, среди таких этносов, как хинди, прежде всего, среди такого этноса, как хан, среди японцев она оказалась очень мощным и достаточно рано зародилась. Островной характер этого этноса, оно как раз и консолидировало вот этот народ в отношении тех, кто эксплуатировал их страну, их общество, они все это начинают осознавать, и начинает возникать национальное движение и национальные партии. Социальные процессы – это постепенное разделение на антагонистический класс. Фактически получается по марксизму. Мы говорим о том, что в эту эпоху все те патриархальные традиционные отношения, которые господствовали на территории Востока и Африки, на территории Азии и Африки, они уходят, и вместо них возвращаются более жесткие отношения между богатыми и бедными. Что значит традиционные отношения? В традиционном обществе, в азиатском, африканском, богатые помогали бедным. Это предписывал традиционный ислам. И поддерживался какой-то определенный такой свой средний класс. Этот средний класс между богатыми и бедными, в принципе, они стояли в таком более-менее равновесном состоянии. Отсюда и некоторые консервативные моменты, наверное, в жизни этих обществ. Но, с другой стороны, стабильность этих обществ, несмотря на
те войны, на передел территорий и всего того, что происходило. Иногда и стабильность государственной границы. Это вот в отношении Китая и ряда индийских княжеств. Вот это все стало основой, вот, это, вот эти традиционные отношения для 18-19 веков начали ломаться. И эта ломка, она как раз производилась тем, что сюда пришли европейцы, они принесли новые социальные отношения, работник и работодатель. Это, причем работодатель оказался фактически на уровне, даже выше, чем уровень традиционных политических элит, которые находились в этом регионе. И этот работодатель пришел не сам, это был не просто инвестор современный. Этот инвестор пришел с армией. И армии достаточно высокотехнологичны для этого региона. Вот эти основные моменты мы, наверное, потом попробуем разобрать еще на семинаре, на СРСП, и СРС вам придется с этим разбираться, потому что эти основные тенденции развития стран Азии и Африки в новое время, это, конечно же, не тема только одной 20-минутной лекции. Уважаемые студенты, я надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз уже в очном варианте, а все вопросы, которые у вас возникли, вы можете высылать мне на адрес, на электронный адрес ТС, то есть Толгац Магулович, Т и С от латинского С, 3 восьмерки, собака Mail.ru. В следующей лекции я напишу его на бумаге. Спасибо за внимание.